Здравствуйте, дорогие зрители. Здравствуйте, уважаемые подписчики. Канал Баженит, Омская область. Его веду я. Меня зовут Влад. Разговор за синокос. Ну, обратно с телефона, по-быстрому. Без эффектов, без монтажа. Все вживую, все в реале. Разговор за роторную синокоску. Кому интересно, смотрите. Я буквально на днях показывал, как я поменял ремни на синокоске. И этих родных не нашел, а нашел 2950. А родной где-то 2933. Ну, это чуть-чуть, разница небольшая. Но, тем не менее, разница есть. Конечно, у кого, кто если купил такую синокоску и вообще роторную купил, сразу же берите в запас, в ремкомплект ремни. Потому что в поле сломается, порвутся ремни. Запас нужен, где его взять? Придется искать, либо заказывать, либо ехать в город. Так что имейте в виду. Так, объясняю. Этих ремней хватает. Ну, все я натянул, все нормально. То ли я такой бестолковый, то ли ремни такие. Не знаю, может быть, кто специалист, скажите. Ну и можете меня критиковать, я не огорчусь. Смысл такой. Поставил ремни, все нормально, тут натяжка же есть. Натянул, подтянул. Ну как обычно, подтяну, что-то елки-палки, ремни горят и все. Нагревается невозможно, аж до дыма начинает нагреваться. Ослаблю, пробуксовывает, натяжки хватает, подтянул, опять начинает гореть. Так понимаю, что размер чуть-чуть и по кожуху не входит. И вот здесь вот начало немножко задевать, здесь это все у меня погнулось, я подкорректировал. Но сейчас вот не знаю. Еще раз попробую одеть кожух. Пришлось всем скинуть кожух, иначе ремни, не хватает им охлаждения. Ремни все, ну я бы не сказал, что они растянулись. Но, видимо, так понимаю, что качество плохое. Не то качество. Так, так, что мне теперь делать? Без кожуха работаешь по лесу, тоже плохо. В лесу же летит всякая ерунда. Палки попадают, потом, значит, вот этот вид от вибрации, деформации, ремни слетают. Так что вот так вот работаю. Так вот кашу. Сейчас попробую обратно одеть кожух. Все здесь я и посмотрю, как оно будет. А пока меня не теряйте, я на покосе. Будет у меня время свободное. Материала отснято море, много. Испортится погода. Закончу я покос. Буду заниматься монтажом. А пока что успеваю снять, то снимаю. Подписывайтесь на канал, смотрите мои другие ролики. Плейс с прошлого года, там то же самое. Не менее интересно. А пока косим, работаем. Все, до следующих встреч, пока.